Привет всем! Вот и вышел Sniper Elite 3, которого мы очень ждали. Не буду даже говорить о всей крутизне этой игры, потому что если вы смотрели трейлеры, то вы сами все прекрасно знаете, как потрудилась студия Rebellion над этим шутером. Ну что ж, давайте поиграем в компанию, в однопользовательскую компанию. Новая игра. Ну, стрелок я, так скажем, не супер классный, поэтому выберу самый легкий уровень. Ну нет, наверное, не самый легкий. Выберу уровень стрелок, чтобы показать все прелести данной игры. Большая часть Европы сокрушена железной. Ну что ж, пошли. Союзники вынуждены отступать. Линии снабжения союзников перерезаны. Суэцкий канал — это линия жизни между Британией, ее владениями и ближневосточной нефтью, что делает войну в Северной Африке ключевой. Британская армия и войска Сии встретились на границе Ливии и Египта. И линия фронта постоянно перемещается по западной пустыне. Узкой полоской беспощадной земли между... На самом деле очень прикольно реализованы заставки. Настал мне очень нравится. Сражений. Здесь царят танки. Я зашел на берег в Тобруке. Транспортное судно привезло подкрепление. Юношей, слепо бегущих к своей смерти. Им было неуютно рядом с такими людьми, как я. Мне наоборот. Большинство из них не выживет. Ромеля отбросили в ходе операции «Крестоносец». Но войска Оси снова наступают на западную пустыню. Битва у Газала началась с отступления союзников и Ромеля у стен города. Некогда думать о тактике. Нас 35 тысяч, и у нас приказ. Удержать Тобрук. Удержим. После удачной стычки с противником перегруппируйтесь и сохраните игру. Окей. О. Знакомые фрагменты из трейлеров. Кстати, графика действительно намного лучше по сравнению со вторым. Да что говорить, второй по сравнению с первым вообще был революционным. Не спеша собирается, тут война. Снайперы! Снайперы, срочно на стену! Да он так вальяжно, медленно. Ну что ж, понеслись. Побежали. Взрывы, дымка, огонек. Все как положено. Дели. Так, бежит товарищ, вниз и вверх. Ага. Е зафиксировать. Крутые рисунки. Бинокль в руку. И куда я попаду? Нет, не в бинокль. Правильно. В глаз. Боже, как же все-таки четко прорисовано. Выстрел в голову. Так, у нас еще один товарищ. На этом надо попасть в бинокль. Фу. Попадем в бинокль или нет? Да. Бинокль. Круто. Супер. Готово. Выстрел в голову. Так. Надо куда-то бежать. Нажмите так, чтобы посмотреть цели. Ну так о цели так вверху торчит. Найдите других корректировщиков. Найдем. Ой. Ага, вон она, да? R удерживать боевой полипас. Отлично. Так, ну что, товарищ? Тебе мы тоже сейчас устроим. Опа. Знакомые звуки. Шея. Нет, не шея. Нос. О. Аж захлебнулся, бедный. Выстрел в голову. Удачный. Что-то нехорошее сейчас будет.
Ага, машинка. Постреляем. Так, ага, везли на места. Ага. И я понял, от нас требуют посмотреть в бинокль. Ага, пометили. Достали снайперскую винтовку и выстрелим в бензобак. Бух. Тут, в принципе, можно еще и стрелять в двигатель, но посмотрим потом. Ух ты, как я четко попал. О, опять знакомая сценка из трейлера. Боже, прорисовано действительно круто. Очень круто. Тренинг продолжается или уже началась игра? Использовать аптечку? У немцев миномет. Мне нужно с ними разобраться. Опа. Ага. Отлично. Это типа дополнительные, все дополнительные, что мы выбираем, можно делать с помощью. Ага. Все ясно. Ладно. Побежали. Побежали, побежали. Ух ты, тут даже карта есть. Карта оформлена в таком неплохом стиле. Задания. Потом дополнительные задания. И... Ага, не понял. Нам нужно что-то искать и открывать. Окей. Графика действительно четкая. И меня не услышат. Конечно, не услышат. О чем разговор? Сейчас мы его чуть-чуть тихо убьем. Опа. Ну, а тебе мы застрелим. Готов обыскать труп. Тебя можно обыскать? Тебя нельзя обыскать. Уничтожение небельферы или... Ага, 0 из 4. Ага, я понял. Точнее, ничего не понял. Вот сейчас у нас будет граната. Верлорд пополнить. Тю, а граната? У него в кармане граната, нам ее не дали. Ну и ладно. Так, давайте... Пора достать Велрод. 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 Так я его и так достал. Минус один. Минус два. Ага, у вас еще тут много. Что значит укрытие? Я понял, что я ничего не понял. Обыщем труп. Грант, грант, грант. Что это такое, не знаю. У тебя что? Один бинт. Бинт — это штука нужная. Ничего не найдено. Зря только время потратил. А у тебя что будет? Ага, о! Нашли динамит. Чтобы выложить динамит, удерживайте, чтобы его бросить, выстрелите в него. Ага. Так, тут можно куда-то что-то посмотреть? А, сюда идти нельзя. Ладно. Так, а где наши цели? Уничтожить небель верферы. Ага. Ага.
Так, тут кто-то есть. Палатки, наверное. Ага. Ой. Ну, давай еще раз. Отлично. Ага. Патроны для стема. Так, посмотрим, да? Мужичек обрадуем. То есть верно. Вот умница. Так. Там кто-то где-то есть. Не вижу. Ага, то есть можно маскироваться под шумом. Отлично, будем знать. Так, подождем. Можно пока перезарядиться. Ого, сколько ты заправляешь. Готов. Ой. Ой. Нажмите F, чтобы ставить ловушки. Так у меня же нет еще ловушек, или есть? У меня нет ловушек. Кстати, вот еще один динамит. Теперь у меня два динамита. Ничего. Пустой. Ага. Патроны для стема. А у тебя гранат, гранат. Ладно. Пойдем дальше. 46 метров, 70 метров. Нет, до тебя сильно далеко. Пойдем туда, где 60, где 46 метров. Так, там есть кто? Никого. Так, там двое чудиков. А, они стреляют. Оно может получить их обоих с одним выстрелом. Получилось тихо. Не заметил. Все еще думают, что я там, а я не там.
Ой. Ага. Чё, кто-то есть? Всё, всех, да? Да, всех. Так, обыщем. Бинт. А у тебя что? Эй, почему ты не обыскиваешься? Вот печаль, беда. Так, все чисто. Ой. Оно. Что у нас тут? Турун. Игральные карты. По мне кто-то стрелял или мне показалось? Ух ты, как мы искусно перелазим. Так, стоп, куда идти? Идти нам сюда. Присядем. Нет, действительно, графика очень крутая. Ничего не могу сказать, очень круто. С учетом того, что это не ультра настройки, это, по-моему, просто высокие, но графика четкая. Так, их трое. А, я так понял, они меня ждут. Их одним выстрелом. На. Еще один остался. В голову. На. Готов. Вот это меня бомбят. А, нет, это не меня бомбят. Ну и отлично. Минометы нейтрализованы. Пора проверить вершину. Угу. Проверим. Так, стоп. Ага, мне туда. Пойдем, пойдем, погуляем, погуляем. Да, я понимаю, ты устал. Я тоже устал. Но нам нужно проверить вершину, как гласит задание. Солнечные лучи. Круто. Ой, упал. Ой, ой. Ой. Ой, кошмар, тут уже лежит. То есть это на этом только закончилось обучение. Ну что ж, круто. Круто. Очень круто. Подсказки всегда быстрые и бесполезные. Статистика. Ну, как и во втором снайпере, статистика. Ух ты, даже повысили в звании. Класс. Что у нас дальше? Бесшумно убил 8 врагов.
Не, я ж не знал, что такое задание. Игральные карты, дополнительные задачи не нашел, снайперские позиции. Ух ты, тут и такие есть, круто. Дневники ни одного не нашел, дальние выстрелы тоже ноль. Ну, я же говорил, что я стрелок, не айс. Мы потеряли Таброк. Но моя работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном, безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку с неизвестным заданием. Их агент в окружении Валена молчит, и они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения – оазис Габерон, транспортный узел Оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник – темнота. В этом районе несколько офицеров, отсюда я и начну поиски. Вокруг озера несколько холмов, как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь, он оставил след. И я его найду. Ух ты, это что такое? Новый предмет, альфа. А что мне с ним делать? Сложность. Ух ты, тут даже сложность можно менять. Альфа. Выкладка. Что такое альфа? Браво. Альфа. Оснащено альфа. А, это, наверное, прицел? Нет? Ну и ладно. Не знаю, что такое альфа. Может, вы потом мне расскажете в комментариях. Ну что ж, на этом я предлагаю первую серию закончить. Если вы хотите новую серию, то ставьте лайки. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Хотя, скорее всего, я ждать вас не заставлю. Сегодня вечером выложу уже и вторую серию. Ну что ж, до скорых встреч.